Вылет 9 чем-то, и как всегда, что вы думаете? Как всегда, мы ждем Кенджика. Сегодня мы улетаем в Уфу на 2 недели. Делаем сюрприз для известных блогеров в Уфе в виде Кенджика. И, собственно говоря, вот, а 24-го сольный концерт в городе Уфа, Башкортостан. Встречайте. И мы летим. Моя, какая красота, слушай. Келей, самолетка отырдык, чуть-чуть получше, кажется, походу. Значит, зарядка бар экен. Солнце мен жақсы болып тұр ғой бізге. Добро пожаловать, что ли? Как долетели? Ключ вот здесь, пацаны. Будь моим нарядом, сладким шоколадом, стань всегда я рядом, покой наш берегу. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сам. О, привет. У нас сегодня день рождения нашего брата Рустам Набиева. Вот. Сегодня сюрпризом туда залетим. Так что что-то интересное, походу, получится. А ждать? Вскоре поезд Астана держится на 30 минут. Кенджибек, улыбаемся. Покой кричал моей любви.
Если не рядом будешь ждать, если мне нечего сказать, молча обнимешь, любовью согреешь. Если же вдруг я упаду, если себя я не найду, снова обнимешь, тихо поверишь. Будь моим нарядом, сладким шоколадом, знай, всегда я рядом. Всем добрый обед. Добрый обед. Вообще мы сейчас вот гуляем по Уфе. Хорошая погода сегодня, кстати, на удивление. Вот несколько дней, что мы были, первый день вот, теплый, да? Первый день у нас теплый был, потом сразу на следующий день дожди. То есть здесь погода очень непредсказуемая, такая же, как в Алмате. Но правда, в Алмате именно с погодой побаще, там вообще она как женщина, ее не поймешь. В Уфе мы посмотрели достопримечательности, и на самом деле очень классный город, как будто не уезжал с Алматы. Вообще шикарно. Даже, даже наушники мажор называются, чем мы шли-то? Все, давай, короче, конкретно пошел. Давайте по больной не будем. Так как я потерял одни свои наушники. Такая тусовочка у нас, короче, мы сейчас снимаем вот видео, можно сказать, даже клип для Кенжика. Вот. Вся наша банда в сборе. Это, собственно говоря, Уфа, Башкортостан, река Белая. Все очень красиво. Вообще круто, когда есть набережная в том или ином городе. Мы всегда любим по ней гулять. Вот там памятник расположен Салавату Юлаеву. Очень круто. Люди гуляют. Летом здесь особо кайф, я думаю. Будь всегда со мною, от дождя укрою, только лишь с тобою выше я взлечу. Не знаю, как ты вошла в мое сердце, а теперь... об одном, но я это ты. Сладким шоколадом, знай, всегда я рядом, покой наш берегу. I have to pack my things and go. That's right, hydrogen. Why don't you come back no more, no more, no more, no more, hydrogen. От всей души очень счастлива это сделать. Желаю вам дальнейших творческих успехов, вдохновения нескончаемого и, конечно, безграничного творчества. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Благодарю. Осторожно, очень важно. Да? Да. Вау, вообще шикарно. Я вообще счастлив очень. Что мне сказать? Я счастлив, мы к этому очень долго шли. И огромное спасибо команде Медиал, это огромное спасибо моей команде, которые приложили усилия. Огромное спасибо моим слушателям, которые тоже немаловажную роль сыграли, слушали наши песни. И благодаря вам мы добились таких успехов. Так что всех благодарю, что я могу сказать.
так, дорогие друзья, ребята, совсем скоро начнется Кенжебека концерт сольный в Уфе, Башкортостан. Пока вот такая обстановочка здесь, вот такая вот сцена. Кенжик уже прогоняется вовсю. Мы идем чекаться. Первый саундчек у нас уже был, сейчас уже второй, потому что новое оборудование завезли, то есть клавиши. Сейчас мы будем на клавишах играть, петь, пробовать, как это примерно звучит. И в ближайшее время начнем наш концерт в Уфе. Проснись и пой, танцуй со мной. Я вижу всю планету в ярких красках. Танцуй, не стой, танцуй со мной. И даже если сейчас совсем не сладко, с тобою рядом те, кому ты очень важен. С тобою рядом те, с кем ты судьбою связан. Танцуй, не стой, танцуй со мной. И даже если сейчас совсем не сладко, улыбнись, ты обернись.